Вот люблю я, когда все по-взрослому, а не вот это вот «люблю, жить без тебя не могу». Встретились, чпокнулись, разошлись, все, никто никому ничего не должен, замечательно. Согласны же, да? Ну. Во, вот это мне нравится. Во, вообще супер. Ну, если, конечно, она для этого для какого-нибудь там пиара не сказала, чтобы на женском фоне выделиться немножко, да? Вот так и должны строиться взаимоотношения между полами. Человеческие отношения. Познакомились, встретились, узнали немножко друг друга получше, да? И наслаждаемся друг другом в физическом плане, в моральном, психологически. Вместе прекрасно проводим время. Надоели немножко друг другу, все, разбежались, каждый сам занимается своими делами. Работой, бизнесом, там, саморазвитием, творчеством, хобби и так далее. Это прекрасное времяпрепровождение вместе. А не вот это вот все, которое сейчас, да, ухаживание, отношения, выстраивать, какие у нас отношения, браки, шмаки, хрень это все.